Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Midcore Show, и сегодня мы продолжаем проходить Resident Evil 7 часть. Очень страшные, елки-палки. Нам в предыдущей части чуть не отсекли ногу, вот, но мы этого избежали. Я думаю, что... Так, а чё? О. Отмычка. И для чего мы можем использовать эту отмычку? А, так, карта главного дома. Погоди, а. Ну, так. Главный. Подожди, это тот самый главный дом, собственно, в который мы не смогли тогда пробраться. А за забор. Вот этот дом. И он. Выберитесь из дома. Кассовый чек. Газетная статья. Здесь у нас три почему-то пустых. Типа мы не нашли что-то. Так, можем позвонить по телефону. Так, из этой дыры мы выбрались. Носки. Зачем тебе носки? Как же они воняют. Ужас. Чувак, ну терпи. Господи, тут даже пытались гладить, что ли? Причем утюг. Причем утюг, смотрите, воткнут в розетку. Специальный бонус. В ящик добавлены новые предметы. Ящик припасов. Монета инстинкта? Это что такое? Подожди, выберите предмет, который хотите положить в ящик. А зачем? А зачем это делать? Типа инвентарь у нас ограничен, у нас есть... Я что-то не врубился этим ящиком. То есть это все. Эпоксид. Подожди, а что здесь за набор... Что там, ящик припасов? А, ящик от Зои. Там что-то полезное для ваших поисков. А как мне взять его? Хорошо, стой. Блин. Как? Подожди, это что? Эпоксид. Эту жидкость можно комбинировать с предметами для получения новых предметов. Ящик припасов. Давай-ка мы его откроем. Ящик припасов. Открытый ящик. Там было что-то полезное для выполнения заданий. Так, у нас здесь аптечка и гильзы для дробовика. А что объединить-то? Подожди. Стой. Стой. Объединить. Выберите предмет, который надо создать. Все, я понял. Вот рецепт травы, короче, плюс эпоксид. Это одна аптечка. Как хорошо, что у нас мигает эта шняга, когда показано, что можно что-то крафтить. Это типа наше здоровье. Хорошо, пустую коробку мы перемещаем. Гильзы для дробовика. Но я не знаю, блин, а надо их носить с собой или нет? Давайте пока мы это дело переместим. Так, нам нужна аптечка. Травы мы оставим, патроны пистолет мы оставим, отмычку оставим. Я что-то вот не догоняю. Хорошо, отмычку мы сейчас, по идее, заюзаем и откроем эту дверь изнутри, но мы тогда выйдем обратно на детка на этого. И чё? Дура. Итан, ты молодец. Зоя, верно? Какого черта? Молчи и слушай меня, если жить не надоело. А тебе нельзя оставаться в этом доме. Попробуй выбраться через центральный зал. А на запястье у тебя кодекс. Смотри, не потеряй, без него никак. Так это Apple Watch какие-то. Слышь? Кодекс. Кодекс, блин. Без них никак. В смысле никак? Так, он там что-то заколачивает.
А мы с вами сейчас попробуем пробраться здесь. Отмычка? Тут вроде нет замочных скважин. В смысле нет? А что тогда сюда надо? Да тут заперто все. Через какой главный холл? Давайте карту посмотрим. Можно пройти так, так. Здесь у нас что? Где у нас тут была Т обозначение? Так, небольшая замочная скважина. Ага, все, мы ее сейчас ломаем. Так, гараж, прачечная. Все, ладно, я понял. Нам надо вскрыть тот замочек. Я так понимаю, не попасться на глаза папочки. Этот папочка что-то немножко неуравновешенный тип. Привет. Эй, дружище. Стой, стой, стой. Слышь, мужик, ты кто? Эй, ты. Стой, мужик, помоги. Помоги, пожалуйста. Погоди-ка. Так, сэр, вы тут живете? В смысле, это ваш дом? Чувак, какая... Так вот, нам в последнее время несколько раз сообщали о пропаже людей. Вы не понимаете, я свалить отсюда хочу. Успокойтесь, пожалуйста. Вы меня не слушаете. В этом доме гребаные психи, они меня хотят убить. Послушай, я вот что тебе скажу. У тебя ведь, походу, тоже не все в порядке с головой, а? Вы издеваетесь? Слушай, я уже сказал. У нас недавно пропали несколько человек. Я не могу исключить из подозреваемых чужака вроде тебя. Да ладно, ты издеваешься. Его сейчас завалят нахрен. Его сейчас просто убьют, и все. Вот так-то лучше. Встретимся в гараже. Там и поговорим. Эй, стойте. Дайте мне пистолет. Ты больной, дружище. Да ты точно свихнулся. Послушайте, сэр. Помощник шерифа. Точно. Помощник шерифа. Вам чего больше охота? Мой некролог прочитать? Или про себя, какой вы герой, что вы меня спасли? Перочинный ножик? Издеваешься? Вот, держи. Больше ничего не получишь. Да ладно! Ну, как бы, я понимаю ситуацию с нашей точки зрения, да? Так мы же знаем, что делать с ножиком. Мы сейчас можем вскрыть эту. Так, давай-ка отмычкой воспользуемся. Отлично. Мастер отпирает замки. Открывайся. Аптечка, ништяк. Мы же... Ну-ка. Вот это жесть. Я просто аккуратненько хотел что-нибудь сделать. Ага, я понял, все. Короче, мы ножом можем отбиваться. Давай. Ни хрена себе, тебе даже ножом это нормально не пролезет. Ну ты чё, тип? А сейчас он там будет трупаком. Сейчас там будет труп. Эй, нам надо валить отсюда. Сначала ты мне скажи, что тут делаешь один посреди ночи. Я? А вы сами? Я на службе вообще-то. Так что давай-ка, не валяй дурака. Отвечай, когда спрашивают. Вы мне не поверите, я когда, если я скажу. А вдруг? Эй, а ну открой дверь! Открой что-нибудь! Ты издеваешься. Во-первых, как ты это... Пистолет. Слышь? Меня вы запарили, блин. Собака. Да ну, хватит. Блин, да ладно. Тихо. Хватит все крушить-то, а. Я говорил, не беси меня. Сволота какая, ты посмотри. Вау. Блин, если он просадит, будет больно. На. Если он кинется лопатой, то это будет еще хуже. Смотри, он злится. На нахрен. На. Да. Ты издеваешься. На нафиг. Слушай, чувак.
Фак, 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 сколько я промазал? Сколько я промазал? Не-не-не-не, не надо, не надо, не надо! 5 патронов. Он с какой-то, блин, секирой. 3 патрона. Отлично. Он злится. Тихо, тихо, я ж попал тебе в голову-то. Успокойся. 1 патрон. Мне, может, бежать надо, а? Ой, ты тут? Промазал. Ёшкин кот. Чего, сынок, патроны кончили? Как ты так делаешь? Тихо, 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 тихо. По-моему, патроны там были. Как переключаться? Нет, это были не патроны. Так, 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 тихо, 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 тихо. Ищи, ищи. Ищи, ищи. Так, машина. Сесть. Да ладно. Заводи, 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 заводи. Нужен ключ. Так, не пойдет, сынок. Ах, ты ж, блин. Уползай, 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 уползай. Не-не-не-не. Он дверь своросил. Да ладно, погоди, ты чё? Ты серьезно? Слышь, мужик, ты чё творишь? Ключ автомобиля. Ключ от автомобиля? Воу-воу-воу. Ах, ты ж, блин, чуть не задел. Ах ты ж, тварь, а. Используй аптечку, 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 аптечку. Сволота какая, а? Ты посмотри. Давай, 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 вали его. Да, да ты, ты серьезно? Вот это дичь. Так, давай, давай, отлично, он врезался. Руби, руби, руби. Ты не двигайся. Ах, ты ж тварь, а? Да сколько тебя можно... Сколько тебя можно резать-то, а? Аптечка. Ах, ты ж... Нет! Ага. Фак. Воу-воу-воу-воу, надо бежать, надо бежать, надо бежать, надо бежать, надо бежать. Патроны. Ты серьезно вот это сейчас? Ох, сука, что ж ты наделал, мать твою? Чувак, не подходи ко мне. Да твою ж ты налево, а? Вот это дичь. Как мне отсюда вылезти? Он сгорел нахрен. Так, быстро, лестница. Тут еще что-то. Капец. Капец. А как он так лопатой-то сделал? Ну, то есть, это же нереально. Еще аптечка. Так, что у тебя? У тебя все красненькое. Это, по идее, надо полечиться, да? Я вот не понимаю уровня, блин. Почему не сделать просто там количество жизней? Обрил себе руку и теперь здоров. Шикарно. Давай, ну. Как? Да ты внимательно смотришь, сынок. Сейчас ты увидишь кое-что чудесное. Твою мать, а? Твою мать. Это капец. Это что вообще такое происходит-то? Ага. Почему-то голова. Опа. Что-то мы нашли. Давай, давай, давай. Крути быстрее. Крути, давай. О, статуэтка БК. Шикарно. Я знаю теперь, как ту дверь открыть.
Так, у нас 9 патронов всего. Но я так понял, в этой игре, в принципе, патроны не особо важны. Ну, как бы важны, но их нужно много всаживать. Блин, это вообще что-то ненормальное. Окей, теперь к той двери быстро. На всякий случай ножик возьму. Я не понимаю, куда у нас бабка пропала. Она куда-то укатилась. Давай. Так, статуэтка БК, во, отлично. Вставляй. Есть. Класс. Ух ты. Здорово, богато. Так, я надеюсь, мы можем здесь... стреляй в меня, стреляй. Shoot me. Он здесь, там и везде. Окей. Но мы в него не стреляли. Порох. Так, это у нас, я так понял, для крафта все, да? Мы собираем порох всякие. Древняя монета. Отлично. Так, инвентарь у нас с вами почти забит. Опять телефон, да ладно. А это сейчас будет дедок. Ну-ка. Тебе влетело от папочки? Это твой отец? Когда-то был. Ты извини, но он вроде как покойник. Может, у тебя и получится. Что? Что получится? Мне нужно от тебя кое-что, но я не могу сейчас все объяснить. Выберись из дома, найди ключ, если потребуется. Окей. Хорошо. Потом поговорим. Это была фотка той девки с перечеркнутым лицом. Видимо, это... Так, здесь нам нужно 3 головы каких-то псин найти. Найди ключ. Ну, ключ мы уже нашли. Ну, как бы нашли, как это открывается. Это у нас, собственно... Ну, да, это... Это у нас выход на улицу. Мне тут все заколочено. Здесь все в скорпионах. Тихо. Мне интересно, нам здесь надо опасаться? Подожди, а маятник от часов. Вот, теперь его можно повесить будет туда. За 2 года пропали без вести более 20 человек. Капитан Хауэлл из полиции штата сообщил репортерам о начале поисков Хелен Миткив, студентки колледжа из Северной Каролины, которая направлялась в Луизиану. Последний раз ее видели вечером 21 числа этого месяца. В последние 2 года резко возросло количество сообщений о пропаже людей на юге Луизианы. Да, ага. Большинство пропавших туристы или бродяги. Считается, что уже пропало не менее 20 человек. Полиция подозревает, что они убиты, и считает, что эти случаи могут быть взаимосвязаны. Разработаны планы по выделению дополнительных следователей и проведению дознаний на местах. Алиса Эшкрофт, 19 января 2016 год. Так, можем ли мы чувствовать себя здесь в безопасности? Так, а здесь у нас проектор. Хорошо. Так, мы пока сюда ничего не можем ставить, да? Монету древнюю. Че? Я понял. Короче, нам нужен какой-то предмет, который тенью ляжет на эту птичку. Неплохая попытка открыть достижение. Бу. Шляпа. Так, а у нас инвентарь-то заполнен. Нам надо с вами... У меня один вопрос. Серьезно. Эпоксид. Можем ли мы сейчас спокойно тут ходить? Или все-таки... Нам сейчас надо постоянно будет ныкаться от него. Потому что он явно не сдох. Не может такого быть, что он взял и подох сейчас. То есть он взял и прострелил себе бошку. Окей. Так, это мы читали. Здесь мы были... Так, у нас здесь есть 2-й этаж, блин. Еще одна комната. Причем здесь это какая-то сейфовая дробовик. Но мы его взять не можем. Недостаточно места для того, чтобы нести дробовик. Охренеть, а мы тут с ножичком ходим. Так, нам, короче, нужно вернуться обратно.
вернуться обратно, скинуть все это дело и продолжить, потому что у нас, ну, реально места в инвентаре нету, блин, это жесть. Нафига делать так мало места в инвентаре, вы чё? И повесить маятник заодно. Какая она музыкальная. Хорошо. Это наше убежище. Музычка у нас здесь подбадривает такая. Хорошо. Это дело мы убираем. Так. Ключик. Ключ от автомобиля. Блин, подожди ты. Неудобный очень инвентарь. Так, у нас есть две травы, у нас есть две этих хрени. А почему ты эту хрень сюда положил? Так, стой. Угу. Так, пистолет для дробовика. Все, у нас их 8 штук. Порох. Порох, мы можем что-то создавать, закрыть. Так, иди в инвентарь, иди в объединить, создать аптечку. И еще одну можем создать. Так, порох плюс эпоксид, это пистолетные патроны, да? Пистолетные патроны 10 штук. Ой, блин, а я эпоксидку потратил на аптечки. Вот это да. Так, хорошо. Блин, всего 8 слотов, охренеть. Так, порох. Порох, аптечка и ключ от автомобиля. Я не знаю, нужен ли нам ключ от автомобиля сейчас. Я думаю, что нет. Мне интересно, что было, если бы мы его реально там завели. Если бы мы взяли его и сели нормально в автомобиль. Короче говоря, ладно. Пошли вешать маятник на часы. Так, ну ладно, сейчас, в принципе, вроде более-менее, как бы, мы в безопасности, наверное. Так, давай. Первая голова. Голова белой собаки. Перестань шуметь. Так, а что-нибудь открылось? Какая-нибудь секреточка, нет? Ладно, то есть, в принципе, пока мы считаем, что это тип мертвый. А где их сыночек? Где мамаша? И где бабуля? Так, первую голову мы можем ставить, я надеюсь, отдельно, чтобы нам не носить в инвентаре ее. Давай. На птицу она вроде бы не похожа. Поэтому мы даже пытаться не будем. Так, окей. Давай, бери дробовик. Класс. Ага, я понял. Нам нужно дробовик заменить на что-то такое длинное и тяжелое. Хорошо, не вопрос. Не вопрос, сделаем. Привет, бабуль. А ты здесь уже? А как тут забралась? Тут же нету для инвалидов этих подъемников. Да? Нормально все? Ты вообще в порядке? Я... Может ты страдаешь? Провалимся, не провалимся? Не, вроде не провалимся. Аж какая? Так. Эвелина, 2 мая 2014 года. Эвелина, ботинок, Эвелина, фотография Эвелины. Так, это еще одна дверь загадкой, да? Змея и цифра 2. Наклоненная, по идее, цифра 2. Погоди, так а здесь ни хрена нету. Там осталась только рядом с бабулей дверь. Но мне что-то не очень не хочется как мимо бабули этой проходить. Она сейчас схватит, смотри. Ну, иди ты нахрен. Ух ты ж, блин, ни хрена. Себе у вас дом. Так. Может, это хобби папочки? Так, ну-ка. Как следует ее осмотри. Ну ладно. Че, серьезно, ничего нету? Точно-точно ничего нету?
Что это и где было? Блин, вот же улица, а. Тут эти хрени можно легко выбить. Так, там у нас мамаша ходит. Здесь у нас какая-то комната. Они чокнутые. Короче говоря, это либо они ставят эксперимент. Блин, да ладно. Да сколько здесь помещений. Ну это капец. А, Маргарита, перемести мерзкого хиппи, которого мы поймали из зала, в зону обработки. Погоди, если это Resident Evil, то по идее вот эти все, вот эта вся семейка должна быть. Так, погоди, меня. Ух ты. А, по идее тут должна быть завязана корпорация Амбрелла. Амбрелла. А так, 2 октября. Сообщают о надвигающейся буре. Несколько лет назад мне пришлось потрудиться, чтобы устранить последствия бури. А, наверное, надо укрепить окна и упрочнить крышу. Может, Лукас мне подсадит. А, вода наконец сошла. Наш основной дом не пострадал, а вот старый дом сильно поврежден. Лукас все не уймется насчет большого корабля, который выбросило в поток реки. В проток реки. А если это правда, надо бы сообщить в округу. Завтра пойду и сам посмотрю. В смысле, это записи, когда они были нормальными? Блин, да ладно, это опять я банки здесь пинаю. Есть еще одна. Нам их надо 3, у нас уже 2 есть. Порох. Так, мы можем кассету СМИ посмотреть. Но не сейчас. Давайте мы пока. Так, это у нас бильярдные принадлежности, то есть здесь... А, вон бильярдный стол, точно. Так, у нас здесь еще одна дверь со скорпионами. В той комнате есть дробовик. Еще один? Я чувствую, что здесь секретов, блин, выше крыши. В смысле, древняя монета. Погоди, а я же ничего не делал. Откуда у меня древняя монета взялась? А, тьфу ты, вот она, блин, ее взять. Так, где у тебя там нож? Дружочек, давай. Так, еще один у нас где-то был. Еще один где-то был внизу. Надо будет к нему вернуться и зарубить его. Это, видимо, тоже какая-то фигнюшка. Короче, я говорю, что здесь секретиков дофига. Так, Маргарита... А, это мы читали. Здорово. Ты здесь жил? Так, змея с цифрой 2. Короче говоря, нам нужно понять, как эти двери открываются. Уже по 2 двери есть каждого типа. Да ладно, блин, сколько? Травы. Капец, этот дом просто нереально здоровый. А, вот и подъем наверх. Так, здесь ни черта. Пластинки. Так, сейчас мы пока пройдем сюда. Эпоксид. Хорошо, можем сделать патронов. Но пока мы этого делать не будем, потому что неизвестно, что нам важнее, аптечки или патроны. Вот, патроны тем более мы собираем. Так, это что? Выберите предмет для использования. Так, отмычки у нас больше нет. Отмычку мы использовали, да? Здесь нужен, видимо, какой-то ключ. У нас опять инвентарь заполнился, прикиньте. Хорошо. И мы сейчас можем пройти, по идее, вот сюда. Это последняя комната на этом этаже. Это ванна. Конечно же, это должна быть ванна. Что здесь? Ничего здесь. Шприцы, ну да. Куда же без шприцов? Я не буду этого делать, подожди. Патроны, отлично. Древняя монета, отлично. Так, нафига там эти древние монеты нужны? Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Блин, как страшно-то. Это вообще жуть. Это вообще жуть. Так, ладно, давай. Там мы сейчас что-нибудь найдем, да?
Древняя статуэтка. И она, видимо, будет как птица. Господи, как же это все отвратительно. Так, древнюю статуэтку мы взяли. Так, найди вход в зону обработки, раздобудьте дробовик, найдите три собачьи... Зона обработки, это, короче, зона, где мы вставляем собачьи головы, да? Круто, а? Куда лучше, чем подыхать, это 100 пудов. Это дар всем нам от моей маленькой крошки. Беги. Ах ты, редник проклятый, а? Пошел нахрен. Иди нафиг. Можно выйти? Можно. Отлично. Да отвали ты. Интересно, у него... Ах, ты ж тварь, а. Куда прятаться? Бежим к себе. Беги, беги, беги. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Хорошо, патронами мы его только задерживаем. Убить мы его явно не сможем. Да. Он блюет. Давай сюда. А подожди. Блин, он прикалывается. Ну он типа сделал вид, что умер. Пойдемте разобьем статуэтку. Раз уж мы здесь. А вообще, я предлагаю на этом пока закончить. У нас и так долговатая серия получилась. Фу, все, с вами был Рос на канале Midcore Show. Прохождение в Resident Evil 7 мы продолжаем. Тут вообще творится нереальная дичь, мы попали в огромный дом, и это просто какое-то безумие адское. Всем большое спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте, ссылочки в описании под этим видео, подписывайтесь на мой канал, и всем пока!